22 января 1919 года были объединены Украинская Народная Республика и Западноукраинская. Эта дата стала Днем Соборности. Сегодня в честь праздника запорожцы объединили два берега Днепра. Запорожье – символичный город, отмечают участники акции ко Дню Соборности. В знак единства украинского народа они объединили два берега Днепра живой цепью по плотине Днепрогэс. Изначально было две колонны, которые двигались навстречу из разных сторон дамбы. Объединились по центру. Мы святкуем це, тому що Україна повинна бути єдина, цільна і неподільна. Сумно, дуже сумно. Поруч з цим хочеться чорною ленточкою одіти. Свято Україна. Як сказав Грушевський, написав, однині українська земля вільна, самостійна. Це дуже велике свято. Схід і захід, воз'єднуємося і разом ми, і тепер будемо все життя. Разом мы любим один одного, будем берегти. В Запорожье это не первая акция, но в этот раз количество участников побило все рекорды, собрав в колонну более 1000 горожан.